Английская грамматика, часть 28, время present simple, простое настоящее время, временные указатели. Мы с вами говорили о том, что прежде всего следует изучить настоящее время, present simple. Но в английском языке есть несколько настоящих времен, и чтобы вот быть уверенным на 100%, что мы должны использовать время present simple, важно понимать, что это действие, которое происходит не в данный момент времени, а вообще оно имеет место, периодически происходит. Есть временные указатели, которые указывают как раз на необходимость употребления именно данного времени. К ним относятся в частности always, переводится как всегда. Я всегда это делаю. I always do it. I always do it. Often, часто. Я часто звоню ей. I often call her. I often call her. Обратите внимание на произношение. Пишется often, но T не произносится. I often call her. Далее, usually. Обычно. Я обычно встаю очень рано. I usually get up. Get up – это вставать. I usually get up very early. I usually get up very early. Далее, sometimes. Переводится как «иногда». Я иногда хожу в театр. I sometimes go to the theater. I sometimes go to the theater. I sometimes go to the theater. И never, never. Я никогда не пью водку. I never drink vodka. I never drink vodka. Итак, как раз это основные временные указатели. Чуть дальше мы посмотрим, какие еще есть временные указатели. Давайте с вами еще раз это повторим. Итак, I always do it. I often call her. I usually get up very early. I sometimes go to the theater. I never drink vodka. Далее, смотрите, что здесь следует, на что здесь еще следует обратить внимание. Как вы заметили, все эти временные указатели используются посередине. Always, often, usually, sometimes, never. И действительно, мы все должны использовать данные временные указатели посередине, кроме sometimes. Sometimes можно использовать, употреблять в начале предложения, например, sometimes I go to the theater. Или же, может быть, в конце предложения I go to the theater sometimes. То есть у sometimes может быть любая позиция. Или в начале, или в середине, или в конце. То есть или in the beginning, в начале. In the beginning, или in the middle, в конце. In the middle, или in the end. То есть, или in the end. In the beginning, в начале, in the middle, в середине, и in the end. И, конечно, временные указатели every day, каждый день. Например, I do it every day, я делаю это каждый день. Every month, I visit her, я навещаю ее, I visit her. Every month и every year, я еду в Италию, езжу в Италию каждый год. I go to Italy. I go to Italy every year. Тоже очень часто используемые временные указатели. Every day, every month, every year. I do it every day. I visit her every month. I go to Italy every year. То есть это все это указывает, что действие периодически происходит. Вот такие основные временные указатели. И вы можете сами построить собственное предложение ради практики и, конечно, употреблять это в разговорной речи.